папа сделал это эту пушку для моего любимого брата Феди. Она может стрелять по-настоящему. И она очень крутая и очень крепкая. И старинная еще. И такие пушки стояли в древних крепостях, только они были побольше и покрепче, и покруче немного. Для меня эта пушка очень-очень-очень крутая. Вижу. Ох, как громко.